А вот в мире 537 миллионов человек страдают от диабета. Ежегодно от этого заболевания умирают 1,5 миллиона человек. Такие данные приводят в своем отчете ВОЗ. Причем в последние годы диабет стремительно молодеет. Если ранее это заболевание было характерно для пожилых людей, то теперь все чаще его регистрируют у детей и молодежи до 30 лет. Причем риск преждевременной смерти у молодых людей в 2,5 раза выше, чем у пожилых. По прогнозам экспертов ВОЗ, к 2045 году каждый 8-й человек на планете до 40 лет будет страдать от диабета. Рост заболеваемости связывают с урбанизацией, стрессом и малоподвижным образом жизни. Предотвратить или отсрочить недуг можно с помощью здорового питания, физической активности и отказа от вредных привычек.